Печорской центральной библиотеке 6 июля прошел мастер-класс «Творческие задумки». Посвятили его предстоящему Дню семьи, любви и верности. Каждый человек за свою жизнь должен построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево. Но если с посадкой не получается, то всегда можно сделать своими руками. Например, европейское дерево счастья – топиарий. Сегодня мы проводим в Центральной библиотеке мастер-класс, посвященный Дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться в нашей стране 8 июля. Это праздник, который отмечается в честь Дня русских святых Петра и Февронии. Вот этот праздник, День любви, семьи и верности, это как противопоставление празднику Святого Валентина. Все-таки праздник Святого Валентина – праздник католический, а наша страна – страна православная, и люди, которые пришли сегодня на мастер-класс, они сделают дерево топиарий, такое дерево, которое делается ручная работа, оно может быть разным совершенно, и мы хотим показать, что вот семья, которая вместе участвует в мастер-классе, это может быть мама, папа, дочь, сын, дети, внуки, они вместе за ручным трудом как бы развивают свою семью. Для изготовления топиария потребуется бумага, шарики для основы, подставка, сизаль, обычные нитки, термопистолет и любые подручные средства. Сегодня мы будем делать топиарии. Это деревья счастья и гармонии. Делаем мы из них, их из сизаля натурального материала, искусственных цветов. Также можно использовать креп-бумагу. Из креп-бумаги можно делать и цветы, и листво. Делается все из подручных материалов, шишки, палочки, почки. Мастер-классы проводятся в Центральной библиотеке не в первый раз. Следующие планируют провести в августе, который будет приурочен к празднованию Дня Республики.